Освоить профессиональный спорт на пенсии – это возможно, доказала на своем примере 74-летняя жительница Актобе Валентина Усманова. Она стала серебряным призером чемпионата Казахстана по многоборью среди пенсионеров. Бабушка прежде никогда не принимала участие в таких соревнованиях. Спорт – залог здоровья, говорит Валентина Усманова. Вести активный образ жизни мать восьмерых детей начала, когда вышла на пенсию. Врачи диагностировали у женщины болезнь Паркинсона, дали вторую группу инвалидности и посоветовали заняться плаванием. Я люблю ходить в бассейн. Это нужно для поддержания тонуса моего тела. Если я пропускаю тренировки, то чувствую себя плохо. Старания бабушки заметили местные тренеры. Они научили ее основам правильного плавания. Пенсионерка даже установила личные рекорды. Заметив отличные результаты, наставники предложили ей принять участие в чемпионате Казахстана. В многоборье есть бег на дистанцию, затем прыжок в длину. Я сказала, что прыгать не умею, а вот бегать люблю. Таким образом, я заняла второе место. Лекарства от болезни Паркинсона нет, говорят врачи. Однако с этим утверждением наша героиня не согласна. Если регулярно заниматься спортом и вовремя обследоваться, то можно прожить долгую и здоровую жизнь. Таков наказ молодым. В свои 73 года я не ношу очки, а сейчас молодежь уже в 17 лет имеет плохое зрение. Своему сыну, внучке всегда говорю, не сидите, занимайтесь ежедневно спортом. Тренировки Валентины Усмановой проходят в областной детско-юношеской спортивной школе. Спортсменки выдали специальный бесплатный абонемент. Сейчас пенсионерка вместе с профессиональным тренером готовится к очередному чемпионату. Кристина Алмасқызы, Мансур Есхожин, Айнадин Молдабеков, Актобе, Хабар 24.